Всем привет! С вами Маргарита и Алексей. Наш сайт ispanialif.com. Мы снимаем для вас и показываем самые интересные варианты недвижимости в Испании на побережье Коста-Бланка. Сегодня с Алексеем мы находимся в самом нашем любимом районе Вилла-Мартин. Мы тоже здесь живем. Район очень зеленый, тихий, можно сказать, спальный. Но несмотря на это, очень хорошо развита инфраструктура. Много школ, кафе, баров, ресторанов, магазинов. И именно к этому объекту буквально в 1 километре в пешей доступности располагается самый крупный торговый центр Зенио Бульвар. Мы выбрали застройщика, которого мы уже неоднократно снимали. Нам нравится качество его строительства. И сегодня мы хотим показать вам апартаменты, которые будут располагаться на 3 этажах. Первые апартаменты на первом этаже имеют собственный очень большой двор в виде террасы. Вторые этажи – просторные балконы. И квартиры на 3 этаже будут иметь и террасы, и солярий. Солярий от 45 квадратных метров. Квартиры имеют 2 и 3 спальни по вашему выбору. Стартовая цена начальная – 189 тысяч евро на квартиры с 2 спальнями. На этапе строительства и по окончании строительства цена не меняется. Застройщик уже заранее проплатил свой объект и все квартиры. Цены прописаны уже у нотариусов, поэтому нет никаких торгов и цены не меняются, независимо от того, когда вы ее приобретете, на этапе строительства или уже в конце. Мы рекомендуем приобретать квартиры на этапе строительства, сейчас объясню почему. Во-первых, вы можете выбрать самые хорошие, выгодные варианты, то есть по расположению к солнцу, с нужным вариантом комнат для вас, а также на этапе строительства вы можете выбрать варианты расцветки мебели, которые входят в цену, либо подправить что-то по вашему вкусу, даже в плане дизайна, либо где-то что-то сдвинуть, передвинуть, я говорю про стены. Так что я надеюсь, что мы ответили на ваши вопросы. Ну, давайте непосредственно перейдем к просмотру данной недвижимости. Апартаменты из 3 этажей состоящие будут находиться на закрытой территории. На этой закрытой территории будет находиться очень красивая зеленая зона, 2 бассейна, один круглогодичный теплый и один только в летние периоды, а также спа и спортивный зал. Имеются подземные парковки с большими кладовками, они приобретаются за дополнительную плату к апартаментам, стоимость их 4000 евро. Апартаменты, которые имеют собственные солярии, находятся на 3 этаже. В их цену уже включена парковка и кладовая. Мы с вами находимся, вы можете видеть, очень красивую большую кухню, современную. Как я уже сказала, на этапе строительства вы можете выбрать расцветку или структуру. Здесь вы видите островок в виде такой, ну, немножечко барной стойки, я бы сказала. Здесь можно поставить стульчики. Очень много шкафчиков для хранения всего необходимого. Хозяйки знают, что на кухне всегда есть что куда сложить, всего много. Шкафы просторные, много места. Ящики с доводчиками. Островок в виде цельного камня, структура такая черная с вкрапинками, тоже на этапе строительства вы можете выбрать и цвет, и структуру. Здесь вы можете видеть варочную поверхность и вытяжку современную. В цену включена мебель и будет включена вытяжка. Все остальное вы приобретаете уже либо сами, либо заказываете пакет бытовой техники у застройщика. Здесь очень красивый фартук, опять же, в виде такого же камня цельного выложен, раковина. Все в таком в черном цвете классическом, очень интересное решение. Здесь располагается посудомоечная машина. Вы можете видеть духовой шкаф и микроволновую печь. Встроенный холодильник, над холодильником также имеются полки, морозильные камеры. В Испании это очень актуально. Все напитки пьются всегда практически со льдом в любое время года. И опять идут шкафы просторные, много полок для хранения всего необходимого на кухне. И также в цену будет включен водонагреватель. Современный, большой.
То есть достаточно нагревает воду для большой семьи фирмы Ariston. Большие панорамные окна. Здесь вы можете видеть столовую зону. Она красиво отделена. Имеет собственное освещение индивидуальное в виде красивой люстры. Просторное, много места. И также отсюда есть выход на большую террасу. Мы с вами находимся вот на первом этаже. Терраса очень большая. Немножко мусорно, но сейчас идет стройка еще вовсю. Также большой плюс у квартир на первом этаже, то, что у вас будет собственный выход вот здесь с лестницей. То есть на зеленую территорию вы можете выходить с собственного двора, а не через подъезд, как остальные жители. Через дорогу от этой зеленой закрытой территории располагается парковая зона с детскими площадками, а также район очень хорошо быстро развивается, сейчас очень много новых строительств проходит здесь. И здесь вы видите такую небольшую прихожую, плавно перерастающую в гостиную зону. Стоит диван, также большое панорамное окно, оно открывается, можно и через него выйти на террасу. Здесь вы можете повесить телевизор, если он вам нужен. В общем, зона красиво отделена. Пакет мебели вы также можете приобрести у застройщика, либо проехать вместе с нами в магазин, где мы вам все покажем, поможем с выбором. Данный апартамент имеет 3 спальные комнаты. Вот первая из них. Комнаты просторные. Система кондиционирования, прединсталляция уже также включена в стоимость. Вам останется купить только мотор. Эта спальная комната также имеет выход на большую террасу. Панорамные окна открываются. Двойные стеклопакеты, шумо- и теплоизоляция очень хорошая. И в цену будут включены встроенные шкафы. Здесь находится первая ванная комната. На этапе строительства вы можете выбрать оттенок плитки, либо цвет, который вам больше по душе. Здесь находится вторая спальная комната. Также очень достаточно просторная, с большими панорамными окнами. И она имеет выход на вторую террасу к этой квартире. Она еще не совсем готова. Покупая квартиру, вы заезжаете уже в готовую практически квартиру. То есть у вас будут такие же стены побеленные, либо если вы выберете другой цвет, у вас будут все выводы под антенны, розеточки. Все это будет включатель, все включено в стоимость. Точечное освещение включено в стоимость. Шкафы вот в таком же виде. Конечно, не будет обоев и только мебели. И эта спальная комната имеет собственную ванную комнату. Посмотрите, какая необычная красивая раковина. Душевая. Данный застройщик очень хорошо следует современным технологиям, хорошо обыгрывает современный именно стиль. Не делает его холодным, а очень лаконично обыгрывает его, что он становится очень уютным для семей. Я думаю, что это очень важно. И третья спальная комната в таком необычном зеленом цвете с черным. Очень красивое сочетание изумрудного цвета. Спальня не очень большая, но здесь достаточно места для кровати. Можно ее использовать в дальнейшем как кабинет. Большие окна, но здесь уже нет выхода на балкон. И также встроенные шкафы.
Я напоминаю вам, что стоимость начальная на апартаменты с двумя спальнями 189 тысяч, апартаменты с тремя спальнями, с готовым парковочным местом, с солярием будут стоить 355 тысяч евро. Мы рекомендуем вам приезжать и выбирать апартаменты для себя на этапе строительства. Стройка идет очень быстро, у застройщиков прописаны все даты окончания строительства. Вот, например, эти апартаменты будут сданы в октябре 2017 года. Обычно стройка заканчивается даже раньше, но прописывается максимальный срок. То есть в октябре месяце вы можете подписать уже купчую эскритуру и въехать в свои апартаменты. Мы надеемся, что данный вариант вам понравится. Дальше вас ждет еще пляж обязательно, который здесь располагается рядом. Мы снимем сейчас для вас торговый центр. Пишите ваши пожелания по съемке, задавайте вопросы, мы будем рады на них ответить. Ну, встретимся на нашем канале. До скорых встреч, адьос! Проехали буквально километр от апартаментов. Находимся в самом крупном торговом центре Зенни Бульвар. Здесь отличный шопинг, множество марок одежды, спортивный магазин очень большой, строительный магазин очень большой, мебельный магазин, а также множество кафешек, где можно посидеть, детский целый этаж, чтобы посидеть с детками, аттракционы, детские комнаты. Можно отлично провести время. Это буквально рядом с апартаментами. То есть у вас всегда будет чем заняться. Ну и дальше ждет вас отличный пляж.
готов только вот этот пилотный вариант. Но я забыла, что хотела сказать.